Здравствуйте всем, дорогие друзья, с вами Акамарача на связи. И сегодня мы с вами опять на реке Прем. Я бы хотел вам показать еще один способ фарма. Ну или... Ох ты, какой красавчик. Оборонный плавник у него. Ох, класс. Как раз таки, о чем и говорил. Фарм на карасях. Можно неплохо заработать денежек, фармля на карасях. Если вы только приехали на этот... не пруд, а реку. Вы не знаете, что делать, у вас нету снастей, не хватает вам денег или еще что-то. Вы можете спокойно пофармить на тесто сладкое, на стандартных этих своих фидерах, стоковых, спокойно пофармить карася. Можете наблюдать у меня самую дешевую прикормку в слоте, но я забыл купить эти себе кормушки, поэтому как бы прикормка у меня не работает, и у меня сейчас клев идет на... этот чистый, скажите мне, чистое тесто, то есть прикормки у меня сейчас нет. И я вам хочу сказать, что клюет очень часто, но это вы сами сейчас можете наблюдать, в принципе, на своих экранах, что клюет очень неплохо, клюют крупные карасики. Сейчас у нас 7:30 утра на часах, и можно спокойно вот так вот фармить начальную денежку. Моя цель сейчас нафармить полный садок, и потом уже в конце видео покажу, сколько это примерно стоит. И сейчас я покажу сборку снасти свою. А то без сборки в нашем деле никуда, как говорится, правильно? Давайте сейчас вот покажу. Стандартный фидер, ничего здесь особенного нет, катушка на 4, лесочка, груз обычный на 15, чтобы кидать по максималке, и поводок на 2,80, вот тут обратите внимание, и тоже крючочек первый номер. Поводок меньше ставить не стоит, иначе вы замахаетесь вытаскивать крупного карася на 2,80, это самый смак, самое то, что нужно для карасика. Не толстый поводочек, и как раз по весу туда, карась в пределах 1,5 килограмма. Клюет там 1,5, так в пределах 2, я бы вот так выразился более точно. И вы спокойно ловите его, наслаждаетесь, фармите денежку. Со мной вон еще один парень ловит с иероглифами, ник который таскает тоже карася. Очень хорошее место. Я закидываю прям в кувшинки туда и кидаю на максимум на шифте. То есть я вообще как бы не парюсь. Просто тупо шифт и туда зашпулил. Сейчас я, наверное, не поленюсь. Видите, клев он вообще без перебоя. Я не успеваю. Я только вытаскиваю, закидываю, сразу же опять поклевка. Не поленюсь, сбегаю, куплю кормушки и поставлю кормушки, чтобы можно было... Хотя, наверное, веса прибавится неплохо. И будет лететь дальше. Но это ладно, это ерунда. Сейчас я быстренько покупаю и прибегаю назад. Вот так это бывает, ребята, когда записываешь видос уже в начале 2 ночи. Я просто забыл, что на этой базе не продаются эти кормушки. Надо ехать на Украину и там их покупать. Короче, ловим без прикорма сейчас. Несмотря на то, что он стоит в слоте. Так закормить мы не можем. Потому что мы не докинем рукой до туда, куда у нас летит груз с донкой. Но что я могу сказать? Я думаю, у нас будет неплохой выхлоп все равно по деньгам, даже без прикормки, потому что клев идет у нас хороший, зачета у нас много, вес у нас большой у карасей. Ну, естественно, смотря когда как. Но в основном попадаются хорошенькие экземплярчики. Вот как вот этот, к примеру, зачетик, скорее всего. Да, вот видите, крупненький. Я зачет считаю, вот когда синий. Вот синяя рыба для меня это зачет. То, что там зеленым она подсвечивается, для меня это не зачет, потому что там она цена практически в 2 раза ниже. Я вот от синего начинаю считать, что это зачет. А уже вот этот, как он, скажите, розовый. Розовый это уже не зачет, это, короче, рыба с этим, как вот... с марками или с, как с флажками, как ее правильно назвать. Видели, что там оторванный плавник и так далее. Вот с какими-то признаками отличительными, тогда она типа больше стоит. Вот это тоже хорошая рыба. Ну, трофей. На трофей пока заглядываться смысла нету, потому что я еще пока ни разу никакого трофея не ловил. Хотя
много рыбёхи различно уже переловил. Ну, как видите, гляньте, вот неплохо мы уже поймали по карасям. Вообще неплохо, особенно вот последние зачеты идут. Великолепно просто. Последний карасик зачетно отправляется в садок, дорогие друзья. И давайте подведем итоги. Сколько же у нас получилось на выходе? Полный садок у нас с вами карасей, 48 штук получилось. Ну, конечно, если бы были бы все зачеты, можно было бы вот эти вот повыкидывать, ненужные порезать и ловить исключительно зачет. Давайте посмотрим, сколько это стоит. 127 монет, ладно, вот этого выкинем, 120 монет для новичка. Я считаю, это отличный результат. И на данный момент я, наверное, скажу, что это самый лучший фарм, если выкинуть отсюда судака. Судака за ночь, если все офигенно у вас идет и круто ловится, можно и 180 и 170 монет наловить. Но здесь 127 для новичка на стоковых снастях, это топ фарм, я считаю. Продаем, естественно. Всем огромное спасибо, кто посмотрел, дорогие друзья. Подписывайтесь, делитесь видео, комментируйте, лайкайте. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. С вами был Акамарачи, это был фарм на реке Пра. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока!